Когда мы говорим о шорхании передних колесах, необходимо проверить, чтобы у нас усики пружин, направляющих тролля тормозных колодок, не соприкасались с тормозным диском. Также нужно проверять их несостояние со второй стороны. Это нижняя пружина, направляющая. То же самое делаем проверку и с верхней. С верхними тоже. Смотрим, чтобы у нас не соприкасался усик пружины с тормозным диском. Ни с одной, ни со второй стороны. Тогда у нас шорхания никакого не будет.